Добрый вечер, друзья! Мы практически немедленно после небольшого перерыва продолжаем наше прохождение. Хотим попробуем пройти квест наемников. Квест против наемников, украсть ноутбук. Я решил, во-первых, я загрузился, как видите, потому что оказалось, что если наемники один раз уже триггернулись, сказали вам проваливать, то потом в будущем, даже если вы... подойдете, даже если вы просто будете идти по стелсу, вас все равно в определенный момент запалят и ничего искать. Даже если вы будете под землей, даже если вы будете на шифте, на стелсе, поэтому стелс-прохождение здесь явно планировалось, но, видимо, разработчики не довели эту задумку до конца. Поэтому мы возьмем наш ПБ-1С, и будет два варианта. Первый, если у меня получится пройти стелсом, то мы пройдем стелсом, если нас запалят, то просто будем отстреливаться и воевать. Все просто. Вот с этим. Вот с этим, да, мы будем воевать. Уж не знаю как, но мы что-нибудь придумаем. Поэтому попросим кого-нибудь сталкеров довести нас до лесничества. Чем сейчас занимаешься? Давай до лесничества за 400. Вообще без проблем. Заодно и засейвимся лишний раз. Вот. И... от лесничества уже пойдем дальше. Заказ выполнен. Это отлично. Это прекрасно, мы зарядим улучшенные патроны. И вообще этот пистолет, он самый слабый в игре, к сожалению. Хоть он и намного меньше по урону, чем ПМ. Возможно, если бы у нас были какие-то улучшения, то было бы немножко прикольнее. Мы пройдем мимо моста Преображенского. Параллельно мы там кое-что под мостом заберем. Ну так, чтобы потом просто не таскаться. На самом мосту тоже куча ништяков. Но мы их заберем как-нибудь в другой раз, потому что шататься под этим мостом... Блять, никогда не думал, что там кабан должен быть. Ой, патронов потратил хороших. Ну ладно. Я думаю, нам хватит. Пистолет, как видите, очень слабый. Окей. Ладно, не с этой стороны моста, а с другой, с противоположной. На мосту хорошо пошариться, но, к сожалению, там много аномалий. Поэтому ночью я бы предпочел этого не делать. Мы с другой стороны просто заберем планет ключ, кое-какие документики. И все. И на этом будет, собственно, все. Так, тут, может, какие-нибудь тайнички еще есть, нет? За камушками там, может, что-нибудь. Нет, к сожалению, нету. Возьмем этот ключик. Не понадобится сюда уже больше идти, что тоже неплохо. Само по себе. Да, зарядим патроны все-таки улучшенные. Я не знаю, все равно, когда они нам пригодились бы, только если с Гадюкина расстрелять. Так, ну и что дальше? Ну, пошли. Погнали. С какой стороны нам зайти, даже не знаю. Ну, сейчас будем разбираться, какие у нас есть варианты. Так, ну, с этой стороны заходить никакого смысла нет. Могу сразу сказать, там вода, там шумно. Это не наш вариант, не наш бро. Можно зайти попробовать здесь, но... ну, с учетом того, что есть колючая проволока, обходить мне в лом. Собственно, ну, прямо здесь мы и пойдем. Не знаю, кстати, есть ли какие-то тайники. Подозреваю, что они могут быть, и, наверное... тот факт, что мы проходим по стелсу с точки зрения экономической, нам, кстати, дает примерно ничего. Я бы рассказал, что дает сплошные нюансы. Если мы убьем всех, мы получим чуть больше денег. Хотя сумма все равно смешная, у нас там один артефакт стоит дороже, чем вся награда за весь этот лагерь наемников. Поэтому просто забейте, ребят. Даже не парьтесь, это просто так, for flavor, и тому, как я уже и сказал, я не гарантирую стелс прохождения. У нас... оружие полное говно, они нас разнесут в клочья, если что-то пойдет не так, но
даже если все пойдет так. Бенефитов не получим. Ну а если будут расклочья, то я буду их мочить. Кстати, от пистолета в голову, насколько я помню, далеко не всегда наемника ваншотни, даже с ней патронами. Так что тут тоже надо быть несколько аккуратнее. Видите, здесь такая вот раскрытая труба. А мы просто в нее залезаем и идем. Вот, вот собственно, и... Вот, собственно, основная задумка разработчиков. Так, я что-то... А, наверх, окей. Еще очень хреново, конечно, что у меня нету прибора ночного видения. Ну, вот давайте с источника света выйдем. Вот, собственно, там лежит ноутбук. Нам надо его взять и потом как-то вернуться назад. Я вроде никого не вижу. Поворачивай оглобли, сталкер. Тебе здесь делать нечего. Да, хорошо, пацаны, хорошо. Сталкер, вали отсюда, пока ноги... Уже валю, блядь, уже ухожу, пацаны, уже так, ухожу. Так, кончаем, урода! Блядь. Грёбаная коробка, блядь. Ну, почти по стелсу, как бы, я думаю, что пойдет. Пойдет. И я не знаю, ну, как бы уже, может быть, сюда мы зайдем. Давайте зайдем в аномалию цирк, чтобы уже зря не ходить. Там все равно аномалия огненная, поэтому в какой-то степени даже будет удобнее. Плюс мы взяли еще квест на этот. А, ну еще на станцию переработки зайти. У меня еда есть с собой. Есть. Я не знаю, правда, как эти ребята отнесутся к тому, что я их товарищей ограбил. Если они доложат по радиостанции, то мне устроят веселую встречу. Я, кстати, даже вот... Мне интересно проверить, поэтому я и заранее этого не делал. Вот здесь такая аномалия, цирк. А, и там, судя по всему, еще какие-то зомби наработают, да? Ну, пошлите, зафигачим зомби. А нет, это не зомби. Свои. Чего заскучали, мужики? Чем занимаешься? Бездельничаю я. Окей. Патроны еще хоть забрали. Здесь есть нечто, вот это вот. По нему вроде как можно стрелять, но я не понимаю зачем, оно вроде как ничего и не делает нам. Парень все равно хочет еще немного подождем. Это убить, то... Ну что, подождем еще? Для гарантии. Да, можно. Для гарантии. Аптечек теперь. Ну ничего, найдем что-нибудь. Может даже купим одну. Давайте, с точки зрения No Death Challenge, я думаю, это имеет смысл. Да. Давай купим у тебя одну аптечку. Ну и мы пока не умерли. Надеюсь, что те наемники не сильно обиделись, что я спиздил у них ноутбук. Пацаны, я даже не буду скрываться здесь, никакого стелса не будет. Просто подхожу и давайте базарить. Я могу принести еды. Ну, в общем, взяли они самое лучшее, что у меня было, я так понимаю. Ну да. Ладно, я не в обиде. 6, я даже думал, что там хуже будет. Так.
Я помню, что здесь есть тайничок, по-моему. Тайнички нам нужны. Это проблема небольшая. А если я ствол достану, если чуваки согрятся, да? То есть тайник я хер заберу. Нормально так. Хорошо. Тесак. Что-то знакомое имя. Мне кажется, этот парень где-то, по-моему, еще там поучаствует. Ну ладно, погнали. Я помню, что инструменты не были сильно как-то запрятаны. Каким-нибудь можно запрыгнуть. Ну да, или тут может где-нибудь. А вот. Думаю, за два дня управить. Там, где можно. Так. Что тут у нас? Опа-на. Опа-ки. Еще тайничок. Хорош, хорош. Поднимаемся. Ну, этих чуваков мы трогать не будем, конечно. Зачем нам с ним сраться? Блин, как будто бы хочется к железному лезуса одно сходить. Ну, просто раз уж мы здесь все равно. На плато разве что не можем сходить. Ну, это там немножко другая дорога. Ну, надо... Это, понимаете, сталкер это... И сталкерство здесь это вообще, это просто как азартная игра. Поднимаем ставки или нет? Прости, брат. Ну, с пистолета мы толком не постреляли, поэтому, я думаю, можно сходить в этот железный лес. Мест, вес у нас еще есть. Свободный. В смысле? Да эти на меня сагрились? Не, ребят, ну это не по-честному. Я пушку спрятал. Вы... Ну, вас нахер, короче. Что я могу сказать? Грубияны. Может быть, им чуваки по... Будем считать, что им чуваки по рации сообщили, что... Я немножко присвоил себе их ноутбук. Ну, работать не на чем было, вот я его и решил забрать. Блять, ну в два ночи сюда идти, конечно, затея та еще гениальная. Кстати, а могу ли я сюда забраться? Нет, пока нет. Жаль. Thank you.
Все. Вот так вот. Фух. Ну что. Пошли лутанем коробочки. Осмотрим вертолетик. Чтобы нам сюда уже не возвращаться, разве что только из артефакта. Судя по всему, экипаж погиб еще в воздухе. Вертолет падал без управления. Бортовому компьютеру повезло больше. Так, сейчас поглядим, что в нем полезного. Ага, карта местности с какими-то пометками. Пригодится. Карта нам пригодится, действительно. Мы, правда, на Янов пока не собирались идти. Я хочу на вторую локацию уже потом сходить. Ну, тем не менее. Нормальный калашик. Полутаем. Здесь коробок никаких нет, только три трупа военных. Ну, вот этот калаш убитый. Мы на нем бабок пока не заработаем. Радиацию, но что-то похер, потому что у нас есть артефакт. Не, еще нет. И, по-моему, здесь где-то еще есть тайничок. Или не совсем тайничок, но что-то здесь, по-моему, лежало. Раньше я помню. Только вот где, не знаю. Но мы поищем. Там потом пойдем. Хотя, с другой стороны, ночью хотя бы аномалии хорошо видны. Вот тут что-то есть, да. О! О, нормально. Самый мощный пистолет, хотя и сказать, что он хороший, я не скажу. Тем более, всего 8 патронов. Рожкет такой, хотя у ПМа тоже 8. Ну, в общем, я не знаю, ПБС, даже не знаю, что с ним делать. Наверное, я думаю, мы тоже можем считать, что мы уже с ним походили. Наверное, перейдем на какую-нибудь фору хотя бы. Потому что, как видите, ПБС, ну, это вообще ни о чем. Ну, темп стрельбы низкий, он даже не ваншотит наемника. Ну, то, что с глушителем, ну, блин, такое себе. Не знаю. Здесь есть опции получше. Да, выверт, видите, как быстро выводит радиацию. Пробуем с другой стороны обойти. Не. Не, артефактов больше нету. Поэтому валим отсюда. Ночную звезду. И куда мы пойдем? Вот тут как будто бы что-то есть. Давайте туда сходим. Пошляемся немного. Пошаримся. Поставь лайк, если не знал, как проходить квест наемников стелсом. Ну, я не могу сказать, что я прошел стелсом, конечно. Это чисто так, пацаны. Но вообще просто если... О! Блять, не засчитался тайник. Что-то не подобрал.
еще тайничок. Красава. Нормально. Нормально. О нет. О нет. Ах. Упал, блин. Теперь не могу подняться. А, отстой. Ну, пошли тогда к аномалии соснадут, наверное. Что еще остается? Форуп, что ли, взять? Чего не? Ну, у нее урон повыше. Вот это вроде в хорошем состоянии даже. Давайте, знаете что, наверное, даже возьмем вот эту штуку. Там кровососы рядом. Хотя, ладно, пока давайте с пистолетом с этим побегаем. Потом решим, что делать дальше. Так, что-то он светится. А, это сталкеры. Так. Я не уверен, что с этой стороны вообще так по нему подниматься, но стопудово сверху там что-то есть. Бля, пойти пацанам помочь. Пацаны, ждите, бля, бегу. Бегу. Подождет. Я тебе помог, в награду я лут твоего друга-то, пожалуй, заберу, наверное. Так, ну, нормальный комплект. Нормальный комплект. Давай я тебе же его и продам, если хочешь. Первым покупать. Ну, привет! Как это ничем? Ты рты ищешь, что ты мне пиздишь? Так, давайте патрончик-то разрядим. Так, и теперь сколько у тебя? Пиши 700. Маловато. По весу. Эта штука 5 весит, это 2,70. Но эта штука уходит первой, значит. У меня нету аптечек, поэтому я у тебя аптечку возьму. О! За 300? Вау. Я не знаю, почему ты мне продаешь. Ты продаешь аптечку всего за 300? Ну, окей. Так, 770. И давай тебе. Спасибо тебе. Слушаю тебя. Кажется, я засек логово. Давай скорее сюда. Не, ну бухарь, блядь. Ну, нет, рано. Не надо пока логово засекать.
Рано ты логово засёк, глухарь. Ох, рано. Так, вот сюда поставим. Ну, видимо, всё-таки учитывается то, что ты спас сталкера. Помог. О! Теперь я уверен, что артефакт не внизу. Он должен быть на самом дереве. Кажется, на него можно забраться с холма. Главное, чтобы... Ну, мы определённо заберёмся с холма. Это был... После ссоры с капитаном и Бажей пришлось переться сюда одному. Шутник. Зато как притащу я артефакт, до них дойдёт, кого надо было слушать. Да... Я думаю, даже что если мы упадем, мы скорее всего выживем, но мы постараемся не испытывать эту теорию, на практике. Ладно. У меня есть пассивный отхил небольшой, но предпочел бы обойтись без него. Да ё-моё. Теряю концентрацию, друзья. Сплю уже, блин. Надо заканчивать скоро. Не уверен, что вообще с этой стороны мне надо подниматься на этот дуб. Вообще, дело в том, что здесь один артефакт, в общем-то, есть и на самом деле. Ладно, мы съедим последнюю аптечку, хотя армейские очень ценные. Просто взяли его и грохнули.
Здесь ничего не сделаешь с той стороны. Здесь тоже не забраться. Вот эти две створки точно откидываем. Вот сюда. Все-таки по длинному надо было сам маршрут, видимо, идти с самого начала. А, здесь. Колобок лучше восстанавливает здоровье, поэтому пусть будет, сэкономим на аптечек чуть-чуть. Ага. Ладно, давай в голову стараться стрелять, тогда больше урона. Давайте фору вот эту возьмем. Хорошо. Так, что там говорил? ВНЗ круг. Ух, блять. Я думаю, что здесь нужно что-нибудь поинтереснее было, чем обрез. Или даже чем фора. У меня ни одной аптечки, а там будут кровососы. Сосы, кровососы. Даже не знаю, блин. Ну, вроде по луту как бы есть смысл там еще потусить. Не хочется возвращаться, но. Рискованно, друзья, рискованно, можно и погибнуть. Ну, вместо пистолета мы, правда, вот это поставим. Потому что сосики, кровососики, это серьезно. Thank you.
новичок. Я предпочту, наверное, даже вначале зайти один. Потому что если глухарь начнет палить и попадет очередь по мне одной, то мне труба. А так, если что, я смогу вывести кровососов на него. И будет нормально. Я видел, как кровосос зашел. Думаю, там оно выглядит. Фух, блядь. Нормально, сагрили. Кухарь будет моим наводчиком. Куда он стреляет, туда и надо идти, в общем. Обычно я всегда газом убивал, там вот газ есть на этом мосту Преображенского за 2000. Ну, я не знаю, для интереса. Можно даже пофаниться, попробовать убить без газа. Ну, с форой по кровососу, против кровососа я точно не хочу, извините. Вот тут, наверное, можно будет попасть в подвал. Вот аптечки все мои потратились, короче. Ладно, можно переходить снова на фору, я думаю. И обрезик мы тоже уже отложим куда-нибудь после этого квеста. Блять, пиздец. Так, теперь разве что прыгать. Давай за мной! Да, ну подожди, знаешь что, давай-ка я посмотрю, что тут есть. Может, тут что-нибудь ценное имеется. Не, ничего ценного, похоже, нет. Давай-ка, оп. Коленки не расшиб, нет? Ладно, пошли, проверим помещение. Да, но вначале я проверю помещение тоже еще сам. Кстати, ружье может быть здесь даже чуть более актуально будет, такого не было. Чем разы обрезик, поэтому пускай будет ружье. Так, Данилы тут нет. Пошли отсюда. Отстой. Моя специальность. Да и с практикой насчет взлома у меня сложилось, ага. Водка все-таки, а не водка тут. Водка вечно. Давай.
давайте попробуем гранату эту выбить. Нормально. Талант, как говорится, не пропьешь. Ну пошли, пошли глянем. Пошли. Кровососов. Спят, что ли? Давай-ка на цирлах, чтобы без шума и пыли. Блять, братан, ты уверишь, это хорошая идея? У меня гранаты, правда, есть. Даже эвки есть. Не знаю, почему, правда, я не могу переключиться между ними. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Девять кровососов. Нормально так. С хорошим оружием вообще без проблем не сможем зачистить. Мы и без хорошего зачистим. Надо же, прошли. Ну нифига себе, тихий час. Энергетика. Вроде выход. Прыгай! Не, у меня идея есть получше. Смотри, есть вообще отличная тема. Просто... просто бомбезная. Ты прям офигеешь, как ты лузеры, блядь, давай, 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 блядь, подходи по одному. Чё, не, нифига? Ладно, смотрите меня. Чё за... никого нет? Я не знаю, это, наверное, абьюз, конечно. Но с другой стороны, я могу там с дробовиком или пулеметом встать. Они так быстро еще возвращаются просто на место.
Причем каждый становится на его место, что ли? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ёб твою. Ох! Я понял. Понял прикол. Фух, блядь. Как бы, то есть это по факту был такой бага абьюз. Мисьюз. Что, на первое место станет, да? Нет? Давайте вот так это сделаем еще. Остальные бы просто сами умерли от газа. Просто так я уже делал, поэтому я хотел попробовать по-другому. Ну, это план сработал. Я вот что-то подумал про эту дыру. Но если в чистом бою, я ясное дело не убил бы их, я не знаю. Может быть, можно вообще было бы с другой стороны стать. Вот в этом узком проходе. Если здесь стать с дробовиком, с отбойником, например, можно два оружия взять, два дробовика и стрелять, или с пулеметом каким-нибудь, тоже можно. Ну ладно, так или иначе, тут, я думаю, двух кровососов я бы убил. Конечно, оружие и все остальное тоже фактор. В тайник я там уже забирал, поэтому пошли к кухарю. Так, Данилу по результатам не нашли. Есть у меня одна идейка насчет того, где он теперь. Я, пожалуй, проверю, там свяжемся. А ты сейчас расскажи народу об этих, блин, сосателях. Конечно, расскажу. Мне нужно что-то делать. Сейчас попробую бронежилет купить, но с другой стороны я подождал, пока цены станут получше. Но не хотелось бы, наверное, это даже будет наше следующее приобретение. А, ну и забрать тут еще. Надо забрать шустру. Заказ. Пистолетик. Показать следующий сразу. Thank you.
утечек нету, ничего нету. А, оказывается, в обрез еще и заряжать сейчас нельзя, кроме картечи, ничего. Ну, интересный нерв, кстати. Хотя, если вы просто играли бы, как обычно, в сталкер, вы бы с обрезом вообще не бегали, вы бы сразу взяли вот этот дробовик, а в него можно уже заряжать ЖК. Так что вот такие дела. Какой интересный пистолет идет после форы, Марта какая-нибудь? Привет, брат! Привет. Патрончиков. А? Ну, пригодятся, конечно, еще патроны-то, но попозже. Попозже. А эти так вообще много позже. Так что, наверное, даже их бы я вперед пропустил. Ну, привет! $15,000. Ну, не так уж много. Мы, правда, артефакты еще ни один не продавали, ни один артефакт, что немаловажно. Артефактов у нас уже, ну, полный сет есть, обычных. Еще выдающегося, правда. Ну и, как вы понимаете, вот мы вот этот противогаз будем носить. Все, что можно продать, мы продадим. Мы дадим инструмент для тонкой работы. Мы сможем больше груза сейчас носить. Я помню, что где-то здесь тоже возле Скадовска, по-моему, где-то, может быть, это у Ноя был, где-то лежал тоже тайник какой-то с едой. Ну, хрен знает. Смотрим. В общем, аптечки ОП, они не настолько... Слушаю тебя! ...решают. Здравствуй! Так, на станцию Янов, откуда назад Скадовск? У меня есть карты. Молодец! Так, теперь я всего лишь за 1000 смогу ходить, хорошо? Ну! Но да, здоров. Я уничтожил логово кровососов, поэтому он мне дал детектор Велес, это прекрасно. Ну, 2000 мы куда-нибудь сольем, просто по левому давайте, я не знаю. Потому что я должен был 2000 потратить, чтобы узнать, где лежит. Думаю, тебя заинтересует. Да что ты топчешься? Если есть что, выкладывай, нет, проваливай. Давай сороку узнаем за 1000. Здесь ты его уже не найдешь, но мне нашептали, что стоит поискать возле Питера, например, на станции Ян. Только учти, если кто сильно напакостил в одном месте, в другом старым именем не назовется. А то и форму сменит. Так вот, искать его среди сталкеров будут-то. Так, что за документы? Продам. Есть работа, работы нет, окей. А, вот эту фору я оставлю. Продадим. Продайте мне пустынный орел. Фиг знает, сколько эта штука ты мне, за эту штуку ты мне дашь. Мало. Ну, небольшая скидочка появилась. На Геркулес. 370 за аптечку. Но аптечки нужны, поэтому хотя бы одну купим. Ну, блин, 479 за... Ну ладно, с другой стороны, я все равно
закажу уникальный пистолет. Такой он точно есть, я помню. Сколько водки? 3 бутылки, нормально. Правда, я не знаю, понадобится ли она ему. Давайте вначале водки ему дадим. 2. Ну, чтобы руки не дрожали. Потому что, я боюсь, что без водки здесь может не обойтись. Да, медика уже тут нету. Парень все еще в отключке. Пошлите, заберем наш товар. Заказ вы... забрать. Вот степной орел. Пришлось с ним повозиться. Вещью один коллекционер занесел, так я утащил буквально у него из-под носа. Сам взгляни. Ручная работа, детали подогнуты, сверлят точно. Слышал штуку про снайперский пистолет. Так вот, это не шутка. Это он. Да, с тебя еще 2800. Держи. Давай еще один пистолет. Вот, степной орел. Да, но у него охеренная точность, судя по всему. Хорошо, здорово. Привет, пока мы брат. Это брать. Пока мы его не будем использовать, но потом обязательно. Давай еще водочки. Потом мы дадим ему инструменты. Не, потом мы дадим ему КПК, а потом уже скажем, что вот такая фигня произошла. Копить, поэтому отложу. Картечку заберем. Вот эту валыну возьмем с собой. Чейзер. Пока закинем. Это починить надо все и вернуть назад. Аккумулятор не понадобится. Нашел КПК. Возле скелета неподалеку стоит КПК шутника. Я принес спокойно для тонкой работы. Еще бы для калибровки проблем бы не было. Ну да. Да. Что мы хотим? Термозащиту или химзащиту, электрозащиту? Термозащиты мы справимся как-нибудь. Давайте поставим уже. Возможно, надо было вначале починить. Возможно, я совершил глупскую ошибку. Я бы вообще радиозащиту сюда установил, но думаю, это не принципиально. Ну и вот теперь можно на фул загрейдить. Плюс 20% точности. Здесь мы поставим удобство, здесь поставим отдачу. Исходное. Ну неплохо. Давайте теперь вот это просто починим. Мы заодно улучшение поставим, но это просто потому что мы собирались. Да, ну тут, кстати, на отдачу хорошее улучшение, ничего не скажу. Со статами такими. Ну-ка, вот давайте сравним. Если со стоковой ДПС. Да, значительно проигрывает. Давайте рамочку из полимера. Калибр может потом будет поменять, патроны пока есть. Давайте на удобность, на стильность. Темп огня. Все
всегда на стильность. Не, ну теперь все-таки фора уж еще вообще без вариантов. С улучшениями второго уровня фора лучше. Хороший пистолет, но у нас и так будет его уникальная версия, скорее всего, и довольно скоро. Так, ну здесь по факту мы ничего, в общем-то, и не добились. Из инструментов декалибровки, а они будут только в Припяти, можно сосать лапу. Я думаю, это покупать бронежилет, поэтому. Попозже только. Знаешь что, вот третья бутылка, если надо. Брат, давай, отдохни. Информация не нужна, работы нету. $312,713 Окей. ПМ продадим. Патроны дорогие, покупать не будем. Блин, ну хочется взять квест один. Вроде как надо уже. Так, это закинем. Это не ко мне. Со старшим говорит. Слышишь, тут это? У султана, короче, разговорки есть. Разговор, говоришь? Артефакт пламя, говоришь, еще, да, нужен. Молодец. Найти артефакт пламя. А, тут же третий еще вариант есть. Ну, пошли, поищем пламя. Все-таки у нас детектор теперь есть новенький. Давай на сгоревшем хуторе вначале посмотрим. Термозащита у нас немножко повыше сейчас. Хотя я не взял шар огненный. Так, свои там. Свои. Дальше. Сюда забежим. Ну, я просто к тому, что если он просит принести артефакт пламя, значит, он разоспаунился. Хотя он может, конечно, и на Янове быть. Я вот не уверен, как это работает. Здесь наверняка что-то есть. По-любому что-то есть.
вообще нормально. Все, хорошо. А с кем мы не воевали-то? Вопрос. Сталкеров каких-то прикончили. А как они их убили-то вообще? Это же зомби, блин. Типа ребята просто на марше шли и все, и даже не воевали. Или тут что-то еще было. Хорош. Знал, что здесь тайничок должен быть. Дегтярева специально, может, и прикопали. Вот весь как глаз. Ну привет! Выходит. Привет. Давай. Оп, оп. Неплохо, неплохо. Ну, погоди, погоди, вначале разрядим. Так и дальше пойдет. Крабу я видел вашу. Все, разрядил, да. Нормально. Патроны не хочется выкидывать. Вот пригодится. Дома-то как было. Привет, брат. Вечером, а баба домашнего напугала. Окей, понятно. Я просто не помню, был ли еще один выброс, честно сказать. Так, вроде свои. Слушай. Ну да, видимо, если помог сталкеру, то действительно отношения улучшаются. Так, куда провести-то? А можешь к старой барже мне провести? В аномалии котел. Ну, пошли к аномалии котел. А, ну это она и есть. Привет, да. Брат! Логично. Аномалия, железный лес. Mm.
старой баржи можешь провести? Ну ладно, а что ближе всего к старой барже? Давай портовые краны. Не. Не работает. Ну, давай тогда, не знаю, к лесничеству. Пошли. Чуть-чуть денег потратим, не страшно. Абсолютно не страшно. Здесь, кстати, тоже есть, насколько я помню, лут и тайнички. Не знаю, много ли их тут прям, мало ли, ну ж какой-то один, ну что-то было. Где-то что-то было. Там ничего нет. Черт, ну где-то был тайничок. Что-то лежит, только я не понял пока, да. Еда какая-то лежит. Процентов пригодные в пищу консервы. Я, кстати, про этот тайник не знал, вообще его ни разу не видел. Но это не тот, который я искал. Я искал другое. Я искал другое немножко. Thank you.
Что-то здесь нечисто. Так, что-то я в бок не нажимал, сам как будто бы. Предпочел дальше. Просто прыгнуть через ограду. Так, ну вот я помню, что здесь какой-то знак был такой. Ученых, по-моему. Но я... Это все еще не тот тайник, который я искал. Если совсем честно. Наверное, вот здесь. Вот тут, скорее всего. Да. Вот здесь. Вот это я искал. Вот этот дробовичок. Что ж, с артефактом пламени выгорело. Я не знаю, пошли тогда мост залутаем, что ли. По весу, тем более, пока все более-менее. Сколько вылазок мы уже провели-то. Ну, вот этот дробовичок я, наверное, с собой возьму кое-куда. Шастает. Блин, ребята, вы опасные. Ну-ка. Не. Никакого секретика нет. А я подумал, может и есть. Второй комплект ключей, точнее. А один ключ мы уже заблаговременно взяли. Thank you.
Ну что ж, газ нам не понадобится, поэтому мы его себе на память заберем. И вот эти патрончики мы тоже себе на память заберем. Как там мои друзья-наемники поживают? Или они ушли уже? Кого нет? Окей. Не знаю, как часть меня хочет их просто всех перебить, но просто испытать. Ну ладно, давайте, знаете что? Черт. Ну давайте убьем их. Испытаем пистолет Фора. Давайте, просто, потому что все равно оружие надо испытать. Потому что оружия слишком много, миссий слишком мало. Как пройти по стелсу, вы уже знаете. А они, наверное, тоже не выходят из-за выброса. Или они вообще внизу все сидят? Это было бы прикол. Конечно, промотать время и вот этой штукой выброс переждать. Препарат не испытывался в полевых условиях и не прошел клинических испытаний. Ставя под сомнение эффективность, стали задуматься о возможных побочных эффектах. Ну, нормально. Все как мы любим, все как мы знаем. Ну, еще у нас есть хорошее такое охотничье ружье, которое мы тоже сможем применить против наемников. После этого, я думаю, мы этот пистолет заменим на что-нибудь получше, на какой-нибудь XPSS или Марту, или, наверное, тот уникальный, который нам шустрый даст. А вот это что, на что мы заменим, я не знаю. Может быть, калаш можно будет взять как раз первый, или
чейзер какой-нибудь. В реальности этот дробовик, кстати, очень так себе. Он, по-моему, это спэташи. Ну, это спас. Он какой-то очень культовый дробовик, но на самом деле он не очень хорош. Особенно перезарядка у него ужасно неудобная в реальной жизни. Окей, переждали. Еще по времени 15:23, но погода не очень. Подевались, вон птиц сдохлых куча. Я даже и не знал, что они дохнут. Что они вообще могут умереть. Может быть, было бы легче, если бы наемники сами бы выходили. Они лутают. Там бандиты напали на них. И они их пошли залутали, я понял. Смог зажать. Они все. Не, это скелеты тут. Ой-ой-ой, аптечку просрал, блин. С скелетами сражаться здесь это только гранаты. Правда, это немножко убивает. Суть тогда происходящего.
гранаты, это действительно опасно. В реальной жизни, конечно, прошили бы нахрен эту трубу, да и все. Ну, в открыт, блин. Ну да, не на открытой местности, не очень охота с ними сражаться. Не знаю даже, что делать, блин. Геркулес. Чё, их совсем чуть-чуть уже осталось, всего трое. Явно прям с пистолетом на них идти такое себе. Но в остальном, в принципе, ничего так. Еще тут прицелы, глушители. Ну, можно. Стоит того, чтобы донести.
Бандитов сюда выбросом сорвало. Так. Так, ну у меня только один ПДА, я не помню, где я, блядь, второе ставил. Вот еще одна причина, почему все-таки... Выполнять этот квест не скрытно выгодней. Примерно вот по этой причине. Наверное, в принципе, водка нам больше не понадобится. Я так подозреваю, что кардан больше не бухает. Поэтому можно идти. В общем, да, наемники побеждены. Сказать, что это было легко, я не могу. Может быть, вот этот пистолет следующий, кстати. Наверное, вот этот пистолет у нас и будет следующим. Волкер. Потому что оружия еще дофига. Какой из них мощнее? Волкер мощнее. Да, действительно мощнее. Марта? Прикольно. Ну, значит, Марта будет следующий. Хотя улучшенная фора лучше. А, друзья, я думаю, что наши пушки пора все-таки отправлять спать. Хлеба не стоит обычно выбрасывать, но это тот самый случай, когда стоит. Поэтому я благодарю вас за внимание. У нас очень большой прогресс. По дороге я зайду, заберу вот этот артефакт. Схожу к Ною и пойду, наверное, с Кодовск. Или нет, наверное, какого-нибудь сталкера просто встречу по дороге и у него, собственно. Попрошу проводить меня просто до Скадовска, потому что шляться уже надоело. Я решу все там инвентарные вопросы, и мы с вами продолжим в следующий раз. Всех благодарю за внимание. Хорошего дня. Удачи.